MC-карты G-Glider, ставшие бестселлером в линейке швейцарской компании, это именно та золотая середина, которую выбирает большинство аудиофилов. Тонкие провода катушки и магнитная система фактически лишены защиты, поэтому с картриджем нужно обращаться весьма осторожно. Такое решение разработчиков можно объяснить желанием снизить общий вес, который равен всего 6,8 грамма. Используется идеально отполированная алмазная игла с профилем типа MicroRidge, который способствует повышению ее износоустойчивости. Benz Micro Glider SM имеет среднюю степень податливости, хорошо сочетается с разнообразными типами средних по весу тонармов и отлично держит дорожку. При регулировке прижимного усилия необходимо использовать более точные электронные весы вместо механических, так как оптимальный разброс его величины находится в достаточно узких пределах от 2,1 до 2,2 грамма. Время приработки данной головки 40 часов. Картридж Benz Micro Glider SM позволяет получить натуральное, деликатное, детальное и тонально сбалансированное звучание. Превосходно передаются тембры. Джаз и академическая музыка, включая различные вокальные партии, звучат безукоризненно. Неплохо модель справляется и с легким классическим роком.